день рождения принято дарить подарки имениннику, но иногда эта традиция нарушается. В свой день рождения губернатор Сергей Морозов сделал замечательный подарок всем жителям Дальнего Засвиежья. В микрорайоне Юго-Западный глава области открыл новый детский сад «Солнечный городок» на 200 мест. Мы находимся на территории солнечного города, на территории, которая, несомненно, является очень комфортной, очень дружелюбной к нашим детям. А значит, и к нашей замечательной стране, к России. Потому что все, что сегодня делается в Российской Федерации, благодаря нашему президенту, конечно, направлено на самое дорогое, что у нас есть, на детей. В микрорайоне работает уже один детский садик, но его явно недостаточно. Квартал растет и превращается в настоящий комфортный городок. Молодых семей с детьми становится все больше с каждым годом. Губернатор вручил путевки в садик первым 11 его маленьким постояльцам. Малыши пока не могут выразить свою радость, но за них это могут сделать родители. Садик находится в шаговой доступности, все очень близко, современно, хороший персонал, хорошее оборудование. В общем, мы очень счастливы. Ой, посмотрите вокруг, разве же может чем-то не понравится? Все отлично, это просто мечта. И очень, конечно, удобно живем рядом здесь, и удобство по максимуму. Благодарность родителей – лучшая похвала главе региона за проделанную работу в его день рождения. Ульяновская правда присоединяется к поздравлениям и желает губернатору крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Ульяновской области. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.